Сейчас последние настройки. Надо, чтобы оно запустилось в нужном месте. Последнее приготовление. Так, настраивается чат. Все, буду следить за вашими вопросами. Последнее приготовление выполнено, вроде бы, да? Вроде бы все поехало. Так, куда только поехало, сейчас все. Все на месте, все готово. Извините за задержку небольшую. Французский общественный деятель Пьер де Кубертен был искренне убежден, что идеи олимпийского движения несут в себе дух свободы, мирного соревнования, гармонии и физического совершенствования. А еще он считал, что эти соревнования должны быть исключительно для спортсменов-любителей. Но сейчас Олимпиада – это сугубо профессиональный спорт. Меня зовут Дмитрий Власов, я преподаватель физики в школе SkySmart. А к чему же это я говорю про олимпиад? Вообще, про что, что бы я ни говорил, всегда, когда что-нибудь рассказываю ученикам, я начинаю с какой-нибудь сказки. Вот. Ну и с коллегами тоже. Да, кстати, еще с античных времен. На время Олимпийских игр, еще одно замечание такое про олимпиады, всегда прекращались войны. Ну, короче, сами видите, не все так просто в настоящих олимпиадах, в настоящей жизни. Современное общество вообще построено на принципе социального соревнования. Заметили такое? Кстати, можете писать вопросы в чате, и я их... Ага, вижу, спасибо. Здравствуйте, Анастасия. Буду видеть... Да, приблизительно вижу, когда кто-то подключается. Приятно видеть, когда у меня есть возможен диалог, есть слушатели такие, слушатели онлайн. Итак, современное общество. Современное общество построено вообще в принципе на принципе социального соревнования. Обучение, будь то обучение, да, или построение успешной карьеры, все это соревнование, или создание семьи. Каждый жизненный этап – это отчасти шаг эволюции успешности. И тот самый залог успешности в ребенке, мы же все-таки про детей говорим, да, можно формировать в виде здорового духа соревновательности. Или желание быть первым и получать за это, соответственно, заслуженную награду. Мы вообще привыкли все это соотносить со спортом. Физической силой и силой духа. Вот. Но это же можно напрямую подвести и на развитие интеллекта. Логического мышления, внимания, памяти. Для достижения тех же самых жизненных целей. И здесь тоже нужна будет и сила духа. Кстати, еще какая? Не зря соревнования по знаниям математики или физики называют олимпиадами. Ну, кстати, аналогия со спортом вот тут прижилась. Но есть небольшие отличия в лучшую сторону. Расскажу немножко про себя. Я сам первый раз попал на олимпиаде еще вот таким маленьким киндером совершенно случайно. И всего лишь потому, что моя мама была экспертом на олимпиаде среди учеников старших классов. А я учился в 6 классе, вот, сидел себе как-то в воскресенье, мечтал, как я буду бездельничать все воскресенье, пока мама будет там где-то на олимпиаде. И вдруг сижу себе, мечтаю, тут не слышу такой голос маме, ну а что это тут сидишь, а ну одевайся, поехали, собирайся, поехали арбайтом. И совершенно неожиданно для себя я занял на этой олимпиаде первое место.
Хотя отнюдь я не был лучшим учеником в классе, по мнению моей учительницы. Вывод. Мы не всегда себе отчетливо представляем истинные способности и возможности наших детей. Иногда вот маятник необходимо подтолкнуть, чтобы вот заработал сложный часовой механизм. Говорят, что если ученик займет призовое место на Всероссийской олимпиаде по физике, то у него будет право на поступление в любой вуз страны по специальности, связанной с физикой, ну, то, туда, где, собственно, сдают физику, без вступительных испытаний. И это право действует в течение 5 лет. Ну, там еще подтверждение надо сдать ЕГЭ не ниже, чем на 75 баллов. Но все равно, смотрите, какая классная штука. А еще говорят, что если ученик занял призовое место на Всероссе, то его потом приглашают летом на 1 месяц бесплатно в Сириус. В Сириус — это лагерь, который рядом с Олимпийской деревней в Сочи. Вижу, здравствуйте, Георгий. Это все приятности были, да? Приятности, ну, сказки и приятности, говорят, да, это не бывает, это такое не бывает. Я видел реально таких учеников. Я занимался по математике однажды с учеником, который, он был в Сириусе, но в Сириус он попал там благодаря тому, что его хоккейная команда заняла 1-е место на российских соревнованиях по хоккею. Вот. Но, тем не менее, он учился физике и математике в Сириусе у лучших преподавателей страны. Значит, что можно сказать точно про олимпиаду? Я же обещал сказать, что чем-то они хорошо отличаются. Олимпиада по физике, в них участвуют действительно только любители. Вот, профессионалов там точно нет, поэтому можно идти спокойно, вот, соревноваться с равными. Вообще, я считаю, что участие в олимпиадах полезно попробовать всем. Хотя бы, чтобы неожиданно обнаружить в ребенке хороший, здоровый азарт, там, пробудить в нем желание добиться успеха с помощью своих знаний, ну и почувствовать уверенность. А работа преподавателя в этом направлении отчасти напоминает работу спортивного тренера. Ну, только напоминает, потому что зарплаты спортивных тренеров, не будем про это, про плохое, отчасти напоминает работу спортивного тренера, поскольку тут стоит задача не просто выучить и получить хорошую оценку на экзамене, вот, а победить в соревнованиях сильнейших и увидеть свои, как говорят, границы возможностей. А где-то тут вот прям спрятано. Для вас специально готовил. Где-то тайна всех вот этих вот того, что скрыто в детях, да? Вот оно. Слушайте. Вот это квинтэссенция того, что, собственно, скрыто в детях и чего мы от них ожидаем, да? Поскольку, в принципе, участие в предметных олимпиадах это индивидуальный вид спорта, в кавычках такой, да, вид спорта, редко подразумевает, когда командную работу учеников. Поэтому, в принципе, в этом разговоре я так планировал с вами рассмотреть индивидуальные методики подготовки к олимпиадам. Собственно, тема нашего сегодняшней беседы и есть новые методики подготовки к олимпиадам. Ну, какие новые? Как говорят всегда, всякое новое – это хорошо забытое старое. Мы не будем тоже изобретать велосипед и сразу согласимся, что для каждого конкретного ученика нужна своя индивидуальная программа подготовки с учетом уровня его знаний, особенностей его характера, поведения, ну и так далее, там, здоровья, того, что его окружает. Ну, из чего же можно, в принципе, собрать вот эту вот программу? Прежде всего, с помощью тестовых заданий и задач мы должны оценить физическую, в кавычках, подготовленность ученика, как это делают обычно тренеры на вводной тренировке, то есть объем его знаний по физике в рамках школьного курса и за его пределами. Можно оценить умение оформлять, например, решать задачи.
обязательно выяснение уровня подготовки по математике. Это зачастую залог успеха всего предприятия. Без математики физика никак. Ну и тестовые задания, в принципе, и вопросы, и задачи в данном случае не могут быть низкой сложности, иначе в них просто не будет смысла. Иногда тут возникает необходимость быстро повторить или прокачать ранее пройденный материал и закрепить его, или пройти новые темы с учетом уровня предстоящей олимпиады. Возможно, придется подтягивать знания по математике. Надо быть к этому готовыми. Как говорят в Бауманке, когда поступают туда студенты на физические специальности, то их первый год не учат физики. Говорят, что вы не знаете математику, поэтому давайте сначала выучим математики. После этого, выяснив, допустим, все сильные и слабые стороны в подготовке, неплохо проанализировать психологические аспекты и понять, насколько ученик мотивирован. Вот это квинтэссенция всей любой подготовки, это самое главное. Готов ли ученик самостоятельно, без подталкивания преподавателем, заниматься? Искать дополнительную информацию вообще в разных источниках. Если готов и делает это самостоятельно, без принуждения, то ура, нам несказанно повезло. Осталось только направить и подсказать, где можно поискать интересную дополнительную информацию. Задачи продвинутого уровня. Ну, это в идеале. В реальности, скорее всего, мы столкнемся с желанием побездельничать, да? Побездельничать в свободное время. Поэтому следующий этап – развитие soft skills. Нам очень пригодятся развитие критического мышления, самоорганизации, умение принимать решения, умение владеть собой и преодоление трудностей, ну и самостоятельное формирование умений и навыков. На самом деле, вот нас этому учили. И только недавно весь этот комплекс полезных навыков, которые, кстати, проще наработать в юном возрасте, стал называться модными английскими словами. Когда мы учились в университете, нам говорили, что мы не даем вам сумму знаний, мы учим вас учиться, но на примере тех знаний, которые, собственно говоря, дают. То есть давали теорию, давали практику, мы решали задачи, делали эксперименты, ставили в лабораториях, сдавали экзамены, но все равно это тренировка для того, чтобы впоследствии учиться самим находить какую-то информацию. То есть выпускники нашего университета, это вообще шикарно так, это могут заниматься всем чем угодно. Потому что научились именно в университете получать серьезное образование, доставать любую информацию откуда угодно. Итак, что же теперь нужно? Тут необходимо подключаться родителям. Вот это 99% успеха, как я говорю. То есть как же без родителей? Это те, кто находится с учениками рядом большую часть их жизни. Вот здесь должна быть основная поддержка семьи. Извините, если дают кров, дают там, кормят, поют, одевают, это нельзя сказать, что это не подготовка к олимпиадам. Это тоже подготовка. Это подготовка к жизни, подготовка к олимпиадам в том числе. Подготовка к любому делу. То есть нужна поддержка семьи. Это без этого никак. А преподаватель что? Ну, преподаватель всего лишь может только подсказать, там, направить, объяснить, для чего там это нужно, или как там какой-то элемент. Что, не понял? Да, совершенно верно. Георгий, согласен вас полностью. Все толчки идут из семьи. Тут уж необходимо подключать, так, значит, что это пригодится на олимпиадах и вообще, в принципе, в жизни. Так, учитель небольшой наставник, да? Так же, как и тренер. Ну, допустим, у нас есть дано ученик, у которого есть необходимая мотивация и желание развиваться и побеждать. Если ребенок учится еще в профильном классе, посещает кружки или факультативы по физике, там, математике, ну, нам повезло несказанно, у него есть возможность выйти за рамки школьного курса. А если такое желание есть, а возможности нет, что делать? Ну, вот тут мы составляем примерный перечень интернет-ресурсов, видео, пабликов, статей, книг, учебных пособий и тому подобного, где можно почерпнуть новую информацию по предмету, расширяющую круг знаний, дающих возможность
прорешать самому или послушать решение сложных олимпиадных задач, самостоятельно посмотреть на правильное их оформление. За мою жизнь я встречал только одного такого ученика, который постоянно мучил меня тем, что вот я видел вот это вот, вот я не верю, еще спорил со мной постоянно. Я говорю, да вот так вот правильно, говорю, вот так неправильно. Вот, нет, вот я вот там вот видел, вот, ну, что-то увидел, что-то не увидел, что-то понял, что-то не понял. Тяжело приходилось, но человек, который вот действительно стремился, и именно самостоятельная работа дошел до того, что там результаты там на вступительном экзамене были там запредельные. Ну, не запредельные, так выше 100 баллов все равно не прыгнешь. Вот. Но почти 100 баллов набрал, это было нечто нереальное у всех. Так это, как такое может быть? Вот. С олимпиадами мы с ним не позанимались, просто занимались вот именно вот такой вот прокачкой. А так, если бы встретились раньше, и олимпиады бы были. То есть, бывают такие случаи, я не просто так рассказываю, так есть на самом деле, да, так оно есть. Значит, что еще? Итак, у нас есть ученик с определенным уровнем знания, который дает нам надежду на успех. Он еще замотивирован, вот по самые уши, и готов соревноваться. Ему ужасно интересно, глаза горят, руки чешутся. Вот это все самое то, что нам надо. И вот тут преподаватель становится реальным тренером. Мы начинаем что делать? Нарешивать задачи, одновременно развивая те самые soft skills. А теперь начинаем по пунктам перечислять все новые, как новые старые методики подготовки к олимпиадам. Первое. Идем от простого к сложному. Поддерживая интерес прогрессивными успехами. Разбиваем сложную задачу на кусочки. Четко оформляем решение от условия до ответа для наглядности решения. Извините, это помехи могут быть какое-то время. Я надеюсь, что там сил мало, они закончатся быстро. Вот, но будут, могут мешать. Следующее, что можно зацепить решением сложной задачи. С самостоятельным разбором ошибок. Вот разбор ошибок очень интересная тема. Можно как это... А видишь, не видишь, да, допустим, дойти до состояния «Эврика я нашел», или вот «Где ошибка?» И почему вот именно так, а не вот, вот так вот правильно, а так неправильно. Вот разбор ошибок – очень интересная такая дельная методика. Следующее. Можно подготовить... Ну, дети все знают, уже многие делают проекты, защищают проекты, знают слово «защита». Защита как кандидатская диссертация, докторская диссертация. Кстати, про диссертации. Я так это, в принципе, хотел поговорить в начале. То есть, для чего мы так это затормозимся немножко по поводу методик. Вначале, для кого и какая цель вообще, в принципе, этого выступления. Если вдруг неожиданно вы пришли сюда послушать про новые методики для того, чтобы... Вот, либо два варианта. Либо для того, чтобы кого-то прокачать на олимпиады, либо... Даже и это возможно, написать свою диссертацию по этой теме. То есть прецеденты были. Ну, вот, служил я однажды в школе учителем физики. В хорошей школе, интересной школе, интересно было заниматься. Вот, и занимался там именно, помимо того, что еще учил детей, и занимался еще и олимпиадами. Вот, ну, я расскажу в конце выступления про эксперименты. Вот это была моя вотчина, экспериментами занимался я там. Вот. И руководитель наш, он все-таки защитил кандидатскую диссертацию по кандидат педагогических наук именно по олимпиадам. То есть, возможно, да, это можно сделать темой кандидатской диссертации, но если вы пришли за этим сюда или смотрите потом в записи, возможно, вам что-нибудь пригодится. Итак, про защиту. Можно готовить, это новая, тоже методика, можно готовить защиту. Каким образом? Ученик берет на себя, на выбор, любую олимпиадную задачу и выступает с ее объяснением, с объяснением решения этой задачи, анализируя и отвечая попутно на вопросы о ходе решения. Очень хорошо эта методика работает в группах, когда занимаются по нескольку человек. Вот тогда как-то дети, как говорится, общаются на своем языке, в своем слое, на своем уровне. Вот они как-то задают вопросы по-другому и отвечают друг другу по-другому. Причем, когда человек отвечает, когда ребенок отвечает, он отвечает и объясняет так, что в конце концов говорит: «О, наконец-то я понял, вот так вот объяснить будет гораздо интереснее, вот так вот лучше, так вот понятнее».
извините, что я застрял так на этом методе, следующий метод. Можно выбрать несколько физических явлений и дать задание ученику самому придумать новую задачу на основе этих явлений. Есть такая игра, игра с анекдотами, когда берутся там пачка анекдотов и делятся на составные части, допустим, на три элемента, а потом перемешиваются и получаются новые. Вот, иногда это получается прикольно. Это бывает с анекдотами, с рассказами. Это старые, как говорится, советские игрушки. То же самое можно делать и с задачами по физике. Выбирать из составных частей и делать новые пересекающиеся такие. Следующая методика. Дать переработать. Переработать олимпиадную задачу, придумав на основе существующей какой-то там задачи свою собственную. Тоже полезная практика, потому что как это, те задачи, которые уже прошли, которые уже разобрали, которые уже решили, этот факт уже сбылся. Этой задачи уже не будет на олимпиадах от слова никогда. Вот, но бывает такое, что приходит ученик на олимпиаду и говорит: о, вот эта вот задача очень похожа на то, что вот какая-то вот такая задача была где-то там. Вот если ее переделать, то получится вот такая. Вот понятно, как ее решать. Все, новые методы это решение той задачи включаются в эту. Все, человек решает. Вот он на коне. Можно следующий метод использовать. Допустим, предложить коллекционировать задачи. Или собирать самые трудные и интересные задачи с решением. Вот, не буду я устраивать рекламу, но есть одна известная московская школа, один из моих учеников туда поступил потом, вот, где они на своем сайте выкладывают решения, ну, олимпиадные задачи по математике и их решения за многие-многие-многие годы по разным всевозможным олимпиадам разных уровней, разных организаторов. Вот. И вот там, это, наверное, одна из немногих школ, где сдают ЕГЭ по математике, по физике и по информатике вообще легко и на 100 баллов. Всегда. Значит, коллекционирование – это хорошая вещь. Можно еще устроить, еще один способ устроить мозговой штурм. Вот тоже для групповых занятий вообще идеально. Это решение олимпиадной задачи, задача олимпиадной сложности, даже не олимпиадной задачи, а задача олимпиадной сложности в ограниченное время, но неограниченным количеством участников. То есть каждый высказывает свое мнение, и чем меньше времени дается на задачу, тем больше можно участников туда подключать. И в какой-то момент они начинают мешать друг другу. Вот, то есть выбирается рано или поздно какой-то такой коллектив, который вот оптимально работает. Это коллектив, но не больше 5 человек. 5 человек – это уже вот перебор. Но это уже такие из практики, из опыта. Короче, главный принцип, опять-таки, больше решать задач. Он остается неизменным. Ну, другое дело, как решать задачи и какие решать задачи. Возьмем, например, шахматистов. Шахматисты, они ведь тоже сначала разучивают всяческие классические партии, вот, а потом дробят их на эдакие кирпичики. Я не помню, как это называется у шахматистов. Если кто-то из шахматистов, может, мне напишите, скажете. Не буду мучить сейчас голову. И потом эти кирпичики, да, они используют на практике. Но какие же кирпичики есть в физике? Понимание одного принципа вообще в принципе избавляет от запоминания тысячи фактов. Известный факт. То есть, как скажем, математически. То есть индукция более эффективна, чем дедукция. Беда в том, что чувство этой индукции не наступит без должной практики. То есть, опять-таки, без дедукции. Решение задач вообще, в принципе, что мы делаем? Мы делаем их на этапы, блоки и части. Можно составлять в уме такие интеллект-карты для каждой задачи. Какие законы используются, какие явления описываются. Ну, а дальше. Здравствуй, математика. Откуда брать задачи? Знаете, несколько слов о том, откуда брать задачи. Конечно же, из открытых источников. То есть, по результатам прошедших олимпиад. Но, скорее всего, вот как я уже говорил, таких задач, которые прорешаете из этих открытых источников, на олимпиадах уже больше не встретите. Вот поэтому вот вам новая методика. Придумывайте задачи сами. Вот эти придумывайте задачи сами можно вообще разделить на несколько этапов. Какие задачи придумывать и как самим. С учениками. Лучше всего с учениками. Берите задачи, например, из вузовских учебников. Упрощаете эти задачи. Вот это
преподаватели могут это сделать. Они могут упростить, они понимают охват всей темы, они могут ее сделать попроще, вот, как-то локализовать, упростить, сказать, вот рамки вот такие, а вот не вот такие. Вот, адаптируйте задачи для учеников, и все, у вас будут шикарнейшие задачи. Вообще, главные кирпичики – это что? Законы физики, как бы прочитанные, осмысленные с разных сторон, под разным углом. Можно же закон, второй закон Ньютона представить в трех видах. Сказать, что так, богатырская силушка равна произведению богатырской масочки на богатырское ускорение. Ну, или изменение импульса тела равно изменению импульса силы. Ну или совсем для старших сказать, что производная импульса тела по времени равна, собственно говоря, силе. Ну и вот такие вот на каждом законе можно как-то вот так его вывернуть наизнанку, по-другому, по-разному рассмотреть. Поможет скрепить, кстати, эти кирпичики, конечно же, что? Конечно, эксперимент. Эксперимент, он есть и на олимпиадах по физике. И за экспериментальные задания чаще всего дают самые большие баллы. Но я могу поделиться своим небольшим опытом в области экспериментов на олимпиаде по физике. Это не столько подготовка учеников к экспериментальным турам, а скорее прививание интереса к экспериментальной физике, позволяющей в дальнейшем развивать его в бесценный жизненный опыт. Ну, например, не захватил с собой... О, вот, пожалуйста. Например, это стоит только протянуть руку, и что-нибудь у физика обязательно появляется. Например, как с помощью линейки, ну, не такой, а деревянной такой, твердой, например, что, чего еще? Кухонных весов и что-нибудь тяжелое. А, и чайника, и карандаша. Определить массу трех зернышек риса. Ну, три зернышка риса кухонными весами не взвесишь. Там 10 грамм самое меньшее, что они могут показывать. Так что вот, пожалуйста, один пример, да, из жизни. Или как с помощью линейки определить время. Вы скажете, что я сошел с ума, да? Здесь же времени нет, да? Но есть... кинематика и есть уравнение движения. Х равно х нулевое плюс v нулевое t плюс gt квадрат пополам. Допустим, начальная скорость равна нулю. Координата равна нулю. Вот здесь вот ноль. В начальный момент времени я буду разжимать пальцы вот так. А в конечный момент времени я их буду обратно сжимать. Смотрите. Раз, два. Линейка упала на вот такую высоту. H равно gt квадрат пополам. То есть можно определить время, которое прошло с момента того, как я отпустил пальцы, до момента, когда я их сжал. Это что-то я прям сразу вам рассказываю все задачи, все такие находки, все приколы, которые я показываю ученикам. Надо что-нибудь оставить типа открытого вопроса. Например, возьмем какую-нибудь обычную бумагу типа вот балет, вот такую вот, да. Как у вас известно, у вас есть пачка, на пачке написано плотность поверхностная этой бумаги. То есть вы можете определить ее массу. Опять я начинаю рассказывать, как решать задачу. Ну, попробую не оставлять. Можете потом написать мне писать в комментариях под этим видео. Итак, как с помощью листа бумаги и 50 сантиметров ниточки тоненькой определить массу какого-нибудь легкого предмета, там стиральной резинки или какой-нибудь бутылочки маленькой. Определите массу с помощью листочка бумаги и нитки. Вот. И тут как бы подсказывать не будем. Вот. Какие же эксперименты? То, что я хотел рассказать, собственно говоря, про эксперименты и про свой опыт. То, что как мы проводили олимпиады в нашей школе. Когда проходила олимпиада, она как-то проходила за один день. Вот. При этом это был целый день праздника. Ученики приходили к 9 утра. Олимпиада начиналась в 9. Писали олимпиаду 2 часа. Ученики за эти 2 часа, пока ученики пишут, учителя, которые эксперты и участники этой олимпиады, собирались в отдельной комнате, сами прорешивали эти задачи. Обсуждали, какие там плюсы и минусы, где добавить столько баллов, где столько баллов. Обсуждали критерии вот, оценивания. То есть готовились к проверке заданий. Дальше ученики заканчивали олимпиаду, выходили на перерыв.
Вот они могли там погулять где-нибудь, сходить там, покушать, поесть, там буфет работал, все в лучших традициях. Вот. И еще час они были как бы предоставлены сами себе. Вот. Ну, чтобы они сами себе не были предоставлены, поэтому для них в рекреациях школы устраивали демонстрацию всевозможнейших опытов с привлечением учеников, то есть вот можно с привлечением к обсуждению, вот что произойдет, если поставить на хрустальный фужер силикатные кирпичи и ударить по кирпичу молотком, да? Вот, причем это такой опыт, который вызывает там бурю восторга. А, не разбился в хрустальный фужер, да, разбился кирпич. Или там опыты с яйцом. Все это детские опыты, да, конечно, детские, но тем не менее они вызывают интерес. Вот. А ученики, которые приходили на Олимпиаду, вот у нас были где-то с 5 по 11 класс. Ну, возможно, 11-класснику будет неинтересно. Вот. Но почему-то они все равно оставались и смотрели, как завороженные с открытыми глазами, как все это происходит. Вот. При этом, когда младшие школьники визжали от восторга, говорят, а, это не может быть, это магия. Тут старшие говорят, да нет, так все правильно и бывает, так вот. Они с таким знанием. Ну, то есть привлекает, очень так это заинтересовывает, скажем так, учеников, им становится всем интересно. И после этого они рассказывают в своих школах, ну, не только для своих учеников, а вообще приглашали всех, объявление давалось на весь город. Вот, приезжали отовсюду, а потом это увеличивается, 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 то есть вот настолько это заинтересовывает детей, вот, что, ну, короче, Олимпиада – это классная штука. Вот. И про методики как бы поговорил, все, что хотел рассказать, все доложил. Вот. Нет, конечно, не все. Вот что смог, что успел, как бы как-то осмыслил это и выложил. Вот. Потому что всегда это сложно преобразовать этот поток сознания в какую-то связанную речь, вот, и донести ее до окружающих. Вот на этом, если никто ничего не пишет сейчас, это, если больше вопросов нету, тогда пишите в комментариях, всегда буду рад ответить. Вот, обсудим, всегда с удовольствием. Я открыт для этого в любое время. На этом я прощаюсь с вами. Еще раз с вами был Дмитрий Власов, преподаватель физики из школы SkySmart. Всего хорошего, до свидания, удачи вам. И вам тоже спасибо, да, до свидания, Георгий.